Смарт-часы Samsung Gear S2 уже в Цитрусе. Управляй одним касанием на 360 градусов. Всем привет, это Гаджетариум и с вами я, Руслан Самоваров. Gear S2 – третье поколение умных часов от Samsung. Я их очень долго ждал и наконец-то получил. Правда, знакомство у меня началось с синхронизации с айфоном, но работают они и с айфоном, и со всеми Android-устройствами. А сегодня я хочу вам показать, как они работают с Galaxy Note 5. Поехали! Samsung поступили мудро и сделали сразу две версии – Gear S2 и Gear S2 Classic. У первых более минималистический дизайн, они выглядят спортивными, но я уверен, что и под костюм пойдут весьма неплохо. Ремешок сделан из приятнейшей гипоаллергенной резины, он мягкий и не натирает руку. Gear S2 Classic более имиджевые. Кожаный ремешок, фактурное поворотное кольцо, выглядят они намного дороже и эффектнее. Но, как говорят, на вкус и цвет фломастеры разные, каждый может выбрать то, что ближе к его стилю. Обе модели защищены по стандарту IP68. Это означает, что в них можно не только мыть руки, а и плавать, и не бояться за их герметичность. Экран Super AMOLED, диагональ 1,2 дюйма, 360 на 360 точек. Плотность пикселей 302 ppi. Детализация отличная, запас яркости огромный, на улице все читаемо. Многим может показаться, что экран маленький, на самом деле это не так. Неудобства использования я не ощутил, и все благодаря поворотному кольцу или безелю, как говорят в часовом мире. Так как сделать очень большой сенсорный экран на смарт-часах не совсем удачное решение, то Samsung пошла по пути Apple, добавив помимо сенсорного механический способ управления. Очень удачно, удобно, интуитивно, в общем, только положительные эмоции. К нему очень быстро привыкаешь, и навигация по часам происходит весьма быстро. Есть два режима работы – включение экрана при поднятии руки, а есть режим постоянно включенного экрана. Он, правда, больше садит батарею, зато время видно, даже когда вы держите руки, допустим, на столе. Внутри установлен двухъядерный Exynos 3250 с частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной. Производительности вполне хватает для быстрой работы. Часы моментально срабатывают на все команды, вся анимация плавная и красивая. На встроенную память можно отправить музыку. Если вы занимаетесь бегом, подключайте Bluetooth наушники и на тренировку отправляйтесь без смартфона. Кстати, для спортсменов тут есть пульсометр, который поможет более грамотно и продуктивно проводить свои тренировки с помощью встроенного фитнес-приложения. У операционной системы Tizen не такое большое количество приложений, но по функциональности она не уступает Android Wear. Выводятся все уведомления во многих приложениях, таких как Viber, WhatsApp. Можно сразу отправить быстрый ответ, выбрав из предустановленных или своих смайлики или просто задиктовать текст. С часов можно позвонить, выбрав из друзей предварительно настроивший список в приложении Samsung Gear, а можно просто выбрать кого-то из журнала вызовов. Правда, говорить придется по смартфону. В приложении на смартфоне можно выбрать порядок отображения приложений на часах, скачать новые со встроенного магазина. Тут, кстати, даже игры есть. А можно поменять циферблат. С ними, кстати, вообще отдельная история, так как их очень много, плюс к этому можно создавать свои, причем буквально в пару кликов. Это ну очень круто и прикольно. Батарея 250 мАч, хватает ее на 2 дня. Кто-то скажет, это мало, но остальные часы держат день-полтора. Тут же автономность весьма неплохая. Есть еще режим энергосбережения, который продлевает время автономной работы часов, но отключает все умные функции, оставляя только одни часы. Выбирать вам. Мне понравились новые Gear S2. Они действительно удобные, функциональные и достаточно автономные. Добавляем ко всему этому полную поддержку Android-устройств и поддержку синхронизации с iPhone. Приходи со своими старыми часами в магазин Citrus 23 ноября по 22 декабря и тестируй новые Gear S2 и пойми, насколько они крутые. С помощью продавца регистрируй свои старые часы для участия в конкурсе. Часы оставлять не нужно, достаточно в них просто прийти. 24 декабря выиграй возможность поменять свои старые часы на новые Gear S2 абсолютно бесплатно. Розыгрыш произойдет на сайте random.org среди зарегистрировавшихся участников и будет у нас на канале на YouTube. Пишите в комментариях, что вы думаете о новых Samsung Gear S2. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. А также подписывайтесь на мои страницы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. Хорошего дня и яркого настроения. Пока. Скоро сотый выпуск.
Citrus. 15 лет яркого настроения. Есть два режима работы. Птички